Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман. Как обычно в начале видео, желаю всем приятного просмотра. Продолжаем проходить новый мод «Связь времен», и как вы помните, в данный момент мы сейчас будем искать женщин-киборгов по проекту «Амазонка» по заданию товарища Штерна. Вот давайте их поищем, когда уже найдем, тогда мы, видимо, и продолжим. Вот, ну скажу уже как бы заранее, что я их уже нашел, в принципе. Вот, и находятся они вот в этом месте, как я, в принципе, опять-таки и думал. В этом вентиляционном комплексе, то бишь именно там, где мы в Зове Припяти когда-то искали оазис. Вот именно там они и спрятались, эти замечательные амазонки. Бежим прямо туда, в этот райончик. Давайте немножко попьем водички чуточек. И продолжим уже прямо там. Продолжим прямо там. А пока бежим по дождевому Юпитеру. Вот, ну давайте, видимо, все-таки в записи прям дойдем до этого района, то есть такие люди, очень такие прям любопытные, как говорится, ну как бы оригиналы. Вот, которые играют в моды, не пройдя еще и оригинальные игры. То бишь, ну хотя бы Зов Припяти, к примеру. Давайте покажем, как же до сюда добираться, до этих как бы амазонок, до этих женщин-киборгов, как же до них дойти. А вот таким макаром мы идем. И все-таки доходим. Доходим прямо до них. Вот мы уже видим отметки контактов на мини-карте. А вот уже и сами, как говорится, женщины. Вот они. Вот такая Оксана. Стоять, сталкер! Ты что тут делаешь? Привет, дамочки! А позвольте узнать, а что вы тут делаете? Стой! Ни шагу дальше! Тихо, тихо, я просто мимо проходил. А вот и проходи себе, и не оглядывайся. Да ладно вам, девушки, я же обычный парень, выживаю тут на подножном корме, что подберу, то и на стол себе кладу. Разве вы не так живете? Вы что же, люди, или нет? Или, может быть, вы роботы? Постой, постой, что там сказал, роботы? Да так, просто про роботов вырвалось. Вот подумал, что если не понимаете, от чего простые люди по зоне шастают, то, может быть, вы роботы? Заткнись! Просто выкладывай, что ты знаешь и слышал. Видишь же, что под прицелом тебя держу. А пулять я умею. Да прошел тут слушок, что бабы-роботы в зоне объявились. А так как других женщин я тут не встречал, бы ты подумал. Слушок, говоришь? За такой слушок тот, кто его пустил, сам бы в раз застрелился. А не темни, если жизнь дорога. Ладно, не кипишуй. Ученый в бункере сказал, что сбежали роботы и похожи на баб. Ну, как-то так. А тебе-то они зачем? Точнее, а тебе-то он зачем сказал? Чтобы ты объявление на столбах расклеил или другая причина? Что-то в первое я очень сомневаюсь. Да сказал, что роботы вышли из-под контроля и попросил меня проследить и доложить. Все ясно. Заходи внутрь и поговори с Марией. Она у нас главная. Да, и слово «бабы» советую не употреблять, если не хочешь получить прикладом в челюсть. Эх, бабы, бабы. Что ж такого с вами сделали ботаны, раз вы такие стали? Упс, все, молчу про баб. Кто же вы на самом деле? Кто же вы на самом деле, а? Вот такие замечательные, прям аккуратненькие бабы. Очень даже неплохие. Тут прям масса всяких любопытных женщин. Такая прямо Светлана. А что же с глазами? Ну хотя да, они же роботы. Они же роботы, поэтому такие глаза уникальные. Галина, амазонки. Это мы уже видели. Оксана. Извините, ребятки. Кто еще есть? Вот такая прям какая-то Нина. Нина. Тут вообще в шлеме не понятно кто. Наталья. Видимо, решили не показывать лицо, чтобы потом не узнали. И вот такая Зинаида. Ну, вот и Мария. Вот и, видимо, Мария, да. Ну, пообщаемся. Здравствуйте, красавица. Ваша подруга попросила меня побеседовать с вами. Вот только я еще никогда с роботами не беседовал. Заткнись и не произноси это слово, роботы. Вот тебе раз. Только что предупредили, чтобы я вас бабами не называл, а ты еще и требуешь другого слова не произносить. Хрен вас поймешь, точно как бабы. По мне, так лучше уж бабы, чем роботы. Господи, как я от этого устала.
Блин, это что, слезы что ли у тебя на глазах? Ты плачешь? А ты что думал? Если тебе какой-то урод сказал, что тут робы не люди, то значит так оно и есть. Как же ты в зоне живешь, если каждому дураку веришь? На Юпитере я девушек никогда и не видел, ну кроме как в Альянсе. Но они там, как я понял, давно. Живут все дружно, и никто меня там на мушку не брал, а наоборот, как родного встретили. В Альянсе, говоришь? Ты знаком с ними? И даже дружен? А ты что, слыхала про них? Еще бы! Это злейшие враги наших врагов, а значит, они наши друзья. Ведь общий враг объединяет, разве не так? Ну, так-то так. Но тогда почему вы тут, а не с ними там? А тебя как зовут-то? Имя у тебя есть? Прости, дурака, не представился. Все так неожиданно. Паш меня звать? Вот это да. Вот такое прям диаложище. Книжный. Ну, давайте почитаем, давайте. Так вот, слушай, Паша, тебя обманули как глупца последнего. Даже награду, думаю, пообещали. Вот только награды не будет. Тебя сразу же, как свидетеля, уберут за ненадобностью. А все потому, что мы не роботы. Паша, мы люди, мы обычные девушки, молодые женщины, которых в разных местах и в разное время просто выкрали с родных мест недалеко от периметра зоны. Цель была у них создать супербойцов на основе женского организма. Вот. И если бы ты знал, через какие мучения и страдания нам пришлось пройти, много лет над нами проводили различные опыты, кололи всякие препараты, да такие, что вызывали страшные судороги и невыносимые боли. То испытания электричеством, то облучением, то огнем, то водой. Многие не выдерживали, умирали. Мы оказались самыми выносливыми, и это все, что осталось от большой группы девушек. Господи, такие мучения и врагу не пожелаешь. При этом не забывали еще и пользоваться нами, как женщинами. Вот такие даже дела были. Да, нам еще повезло, что привезли именно сюда для особых испытаний. Мы лучше видим в темноте, так как нас всегда держали в камерах без всякого света. Глаза вот и привыкли. Это-то нас и спасло прошлой ночью, когда при повороте машина затормозила резко и на бок завалилась слегка. Наши охранники кинулись ее поднимать, а мы воспользовались моментом. Я быстрее всех сообразил, что это удачный шанс. Теперь девчонки считают меня лидером. Смешно, конечно, но пусть так и будет. Вот. Тебе, конечно же, они сказали, что мы не люди, потому что сами за людей нас не считали, мы у них вместо имен под номерами были. Да и чтобы ты не стал особо раздумывать, а выполнил их указания. Теперь понимаешь, на что ты пошел, когда согласился выследить нас? А мы ведь просто хотим вернуться домой, к семьям, родным, родителям. А почему я должен тебе верить? Ученым, значит, не должен, а тебе должен? Или это женская логика такая? Паша, они сказали тебе, что мы не люди. Вот посмотри, что у меня здесь есть. Да, я не постесняюсь показать тебе кое-что. Видишь, еще следы последних уколов не прошли. Видишь, кое-где еще ожоги не зажили. Видишь, еще кровоподтеки от креплений, которыми нас пристегивали к аппаратуре. Да просто родинки на лице и шее. Обычные родинки, человеческие. У моей мамы такие же, и у братишки младшего. И поверь, все девчонки такие же, как и я. Да ты и сам можешь проверить. Так, неужели еще есть сомнения? Ну все, верю, верю. Да тут еще и сыро прохладно. А где это тут? Не понял, ну ладно. Вот, ну ладно, так иначе, ребят, там еще диалогов масса. Вот, мне уже, как говорится, это просто уже надоело. Все эти куча диалогов. Получили мы документы от Марии, чтобы мы их отдали этому Храпову, что якобы мы этих людей не нашли, а документы нашли, замечательно. Небольшой кусочек документов нашли. Попросил нас Мария пообщаться с Альянсом, с главным в Альянсе. По поводу них, что ли, как бы. Вот, и еще узнали про эту Лену, что эти люди ее не видели. Лену имеется в виду именно дочку товарища механика. Замечательно. Вот и все, ребят. Какие там диалоги все, читания, не перечитания. Прямо ужас какой-то. То есть, кто вообще их пишет вообще? Какой-то маньяк. Вот, я, конечно, шучу, но, честно говоря, ребят, вы себе не представляете, как это вообще читать столько диалогов. Это просто ужас какой-то. Для меня лично. Просто ужас. Поэтому все вкратце рассказали, бежим обратно. А то как, где вообще геймплей-то вообще? Одно чтение диалогов, чтение и все. Как будто у нас здесь прямо урок чтения, а не игра. Все. Показали, прочитали, что могли прочитать, что как бы уже посчитали нужным прочитать. А все, дальше уже идем, как бы. Выходим и бежим к Храпову. Продолжим уже прямо у него. Замечательно.
И вот мы уже пришли прямо к этому Храпову. Давайте пообщаемся. Сложное ты мне дело подсунул, не знаю, что и сказать. Ты давай, бандит, не темни. Не пойму тебя чё-то. Нашел моих подопытных или нет? Извини, ботан, весь Юпитер залазил, но пока нашел только вот это. Вот взгляни на эти бумажки, правда мокрые они. Так-так, да, это часть похищенных ими документов, а почему не мокрые? Да я их в водоканале у самого моста нашел. В воде плавали в рассыпную прямо. Видать, затонули твои железяки. И покоятся на дне канала. Нет-нет, они прекрасно плавают, да и негде тут утонуть-то вообще. Везде курицы по колено. Мы их плавать тоже усиленно обучали. Кашель замучил что-то. Программировали мы их так, но ведь это значит, что они могли уплыть. Уплыть с окрестности Юпитера. Ты не справился со своей задачей. А ну, осади, тоже мне ученый. А слушать до конца не умеешь. Там на берегу еще несколько трупов мутантов мелких валялись, еще свежие. А это значит, что они не могли уйти далеко, еще где-то поблизости. Я их обязательно найду. Но вот радиация там фонит от воды, и снаряга у меня поистрепалась вся. Как я в таком шматье искать их полезу, м? Ну хорошо, вот тебе половина денег авансом и артефакт от радиации, только ты мне их найди, обязательно найди. Обижаешь, начальничек, найду. Больно вторую половину деньжат получить хочется. А за бабло я что хочешь сделаю, жди меня с хорошими новостями, не скучай. Вот так. Получили бабло, получили артефактик. Замечательно. И направляемся теперь уже прямо на базу Альянса к товарищу Ивану. Продолжим уже прямо в баре. Так, ну добрались мы уже прям до Ивана, рассказываем ему про амазонок, а он уже про них каким-то макаром все прям прознал. Ну хорошо. Так или иначе, он нас просит теперь о том, чтобы мы этих амазонок доставили прямо к заводу Юпитер, где уже будет поджидать нас проводничок, который их, этих амазонок, направит в какое-то прямо укромное местечко. Вот, и будет, видимо, с ними там вовсю прямо развлекаться. Ну, замечательно. Это уже, как говорится, не наше дело. Наше дело именно их доставить до завода Юпитер. Продолжим напротив Марии. И вот мы уже прямо здесь добрались до Марии. Тоже, опять-таки, куча читанины в диалогах. Так иначе общаемся мы. И все направляемся на базу Альянса. Но Мария идет одна всего лишь. Она обладает прям даром перемещения уникальным. Она добирается до базы одна. А мы добираемся до проводничка. Но идем мы не на завод идем, а немножко в другой райончик. А Мария исчезает. Вот так прям уникально. Исчезает. Отлично. Ну что ж, хорошо, побежали зевульки. Девушки. Вот, сообщение от Гарика. Тащи со своих девушек. Порезвимся. Ну давай. Давайте добежим. Бежим прямо к складу контейнеров. То бишь, вот именно к этому району бежим. Без каких-либо проблем. Убил тут парочку мутантов без записи, чтобы они особо нам не мешали бежать. И бежим к этому району по замечательному дождливому Юпитеру. С замечательными девушками. Вот такая прямо целая группа. Девушек бежит за бандитом Пашкой. Как-то, не смотрите, как-то очень в рассыпную почему-то побежали. До этого прям бегали группой. В чем проблема? Ну-ка, соберемся. Соберемся все вместе. И все вместе побежим. Вот такая прям отличная Светлана. Побежали. Бежим без каких-либо проблем. Правда, проблемы сейчас уже будут, по-моему. Да, проблемы уже будут. Уже начались радиоактивные осадки. Надо быстрее добежать. Добежать до укрытия, иначе смерть неминуема. Но девушки особо не торопятся. Видимо, им спешить особо некуда, в отличие от нас. И поэтому мы спешим. Мы очень сильно спешим. Девушек бросили. Так. Секундочку. Вот. Девушки добежали до определенной точки. И уже можно нам спасаться. Поскорее. Тут нас ждет Гарик. Давайте переговорим, получим денежку за работу от Ивана. Довели мы гарем, принимай его. Резвись. А мы пока будем прятаться. Прятаться именно в укрытие. Вот, ну и видимо на этом моменте, ребят, мы серию уже и закончим.
Тогда будет серия именно про амазонок и большую читанину. Вот так, спрятались. Ну что ж, все в порядке, осадки мы переждали, все живы, девушки тоже живы, видимо, очень сильно довольны. И мы на этом моменте серию заканчиваем. Продолжим и в следующем, направимся уже прямо на базу Альянса. Так или иначе, не забывайте про ваш лайк, желательно пожирнее. Вот, как, например, вот где-то здесь, может быть, ну ладно. Вот, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить любое новое видео на нем, в том числе и новую серию этого мода с девушками. Всем пока, всем хорошего, увидимся в новых видео. Всем пока.